Спасибо. Тебе спасибо. Привет, я ищу Сатси. А, да, он в своем кабинете. Так, зачем я сюда ехал, папа? В общем... Привет. Я Сатси, а это автомойка Сатси. Это тебе форма. Начнешь сейчас. Найди меня, когда закончишь. Эй, не делай так! Пап, я сейчас не смогу работать. У тебя есть какие-то важные дела? Да, есть. Я же участвую в игровом турнире. Сегодня чемпионат по уличным боям 3. Слушай, я знаю, что мойка не работа мечты, но надо с чего-то начинать. Пожалуйста. Ради меня. Ладно, пап. Я не подведу. Отлично. Единственное, что удерживает меня в этом жалком измерении, это недостаток Морф-Икс. Мне нужно больше! Повелитель, я нашел способ взломать все камеры наблюдения в Коралл-Харбор. Думаю... Никаких раздумий! Мне нужны действия! У меня есть план. Нужно создать мощного роботрона, который сможет разрезать башню и добыть целый океан Морф-Икс. Что скажете? Отлично, но ты должен преуспеть. Ребята, что за срочность? Я же вам говорил. Генерал Бёрк, позвольте представить вам рейнджеров и Нейта, главу отдела технологий. Грит Бастиону пора идти в наступление. К счастью, у кое-кого есть отличные идеи. Мои одаренные дети. Привет, пап. Привет, пап. Мы готовы. Бетти и Бен его дети? Это многое объясняет. Представляем вам наш прорыв. Собака-троник! Мы собрали его из обломков после битв и перепрограммировали. Сидеть! Молодец! Лапу! Лежать! Я знал! Да, хороший песик! И самое важное... Фас! Бен и Бетти могут быть в чем-то правы, сэр. После каждой битвы остаются части гигадронов. Мы можем использовать их, как для собакотроника. Верно. Бен и Бетти в этом действительно правы. У меня есть сверхсекретный ангар в лесу к западу от города. Можете смело его использовать. Собирайте все найденные части гигадронов. Приступаем завтра. Да, мэм. Простите, я не знал, что придет генерал. И долго ты будешь работать на мойке? Пока не докажу отцу, что я ответственный. Вы же его знаете. Он не знает, что ты рейнджер. Именно. Я же на обеде. Надо отрабатывать свою смену. У меня всю неделю смены. Насчет завтра не волнуйся. С обломками гигадронов мы разберемся. Спасибо. Ладно, за дело. Все готово. Можно отвозить это в ангар. Спасибо, Рави. Мы с Джексом уже в пути. Давай, не отлынивай! Шевелись! Спасибо. Держи. Спасибо. Спасибо. Мы нашли больше обломков гигадронов. Сектор D55. Доставь их, Зои. Сделаю, командир. Внимание, обломки доставлены. Поймал. Надеюсь, оно того стоит. Я тоже, Рави. Нейт, есть что-нибудь полезное? Нет, ничего. Сканируй следующий. Отлично выглядишь. Привет, пап. Не хочешь со мной пообедать? Было бы здорово, но у меня много дел. У меня час до следующей встречи. Покажу тебе парочку тайных приемов. Ты работал на мойке? Были нужны деньги на свидание с твоей мамой. Эй, мой машину, а не меня. Я закончил. Что дальше? Помоги мне тут.
Настало время остроумного плана. Надеюсь, ты достаточно острый. Я резотрон! Разрежу что угодно! Что я должен делать? Это все, что мы нашли. Узнал что-нибудь? Пока нет. А это что? Лаборатория забита. Пришлось перенести оборудование сюда. Блейз и Роботрон обнаружены на стройке в секторе F1-6. Я свяжусь с Деваном. Выдвигаемся. Спасибо за помощь. Обращайся. Для этого и нужны отцы. О-о-о! Кажется, у нас гости! Только желтый и синий. Кажется, кого-то не хватает. Для вас двоих достаточно. Вы мне глаза режете! Могучие рейнджеры, звероморферы. Вы мне глаза режете! Где Деван? Он скоро придет. Морфируемся! Задействовать зверосилу! Плохо дело. Я должен отойти, Сакси. Это очень важно. Опять? С удовольствием отпинаю вас двоих. Наконец-то! Отлично! А теперь прикончи их! Порежу на мелкие кусочки! А это еще что? Еще одна букашка! Простите, задержался. Я много пропустил? Только поражение своих товарищей. Что ты за лидер? Он того не стоит. Не поддавайся. Телепорт! Бластер сверлит! Отлично! Прикройте меня! Что ты на это скажешь? Это еще не конец. Ты сейчас едва успел. Я почти перегрелся. Блейз почти одолел нас. Деван, так ничего не выйдет. Ты рейнджер, забудь про ту работу. Не могу. До сих пор я лишь разочаровывал отца. А сейчас он даже доволен мной. Таким он раньше не был. Не хочу это терять. Прием? Что, Нейт? Простите, но электросхемы гигадрона расплавились из-за взрыва. Детали бесполезны. Понял. Спасибо. Алло? Насколько? Да, могу задержаться. Я уже иду. Мне пора. Эй! Не волнуйтесь, Сатси. Вечером я вымою их все, обещаю. Слушай, парень, если хочешь здесь работать, работай. Или уходи. Помощь нужна?
Все нормально. Вы не обязаны, я справлюсь. Не хотим, чтобы тебя уволили. Мы поможем, мы ведь команда. Тогда ладно, класс. Вы лучшие. Мы быстро закончим. Блейз, Рокси, может, вам все же удастся прорваться в ту башню? Старина Скрозл снова всех спас. Отойди. Эй, аккуратнее. Вы только посмотрите. Они бросили средства связи. Ха-ха! Пора использовать мою пилу! Идем. Бегу! Да, вот теперь мы вошли во вкус. Глупцы. Связь обрублена! Теперь их никто не позовет. Нужно найти башню Морфикс. Кажется, мы закончили. Мама, что ты тут делаешь? Я хотела задать вам тот же вопрос. Роботрон прорвался в башню Морф-Икс. Повезло, что она была почти пустая, и забрали только 300 тонн. Что? 300 тонн? Почему нас не вызвали? Мы пытались. Ваши коммуникаторы выключены. Выключены? Что? Смотрите. Похоже, во время работы у нас были гости. Командир, Блейз и его роботрон замечены у другой башни в секторе К-1-5. Пусть Нейт пришлет рейнджерам новые коммуникаторы. Вперед! Подождите, скажу боссу, что ухожу. Извините, это босс, но очень это важно. Очень... Да, точно. Мне все равно, что ты сын мэра. Уйдешь еще раз, и ты уволен. Извините, но я должен идти. Твой отец об этом узнает. Нужная нам башня находится прямо за углом. Рейнджеры! Эй, страшилы! Вы не получите больше ни капли морфы! И не надейтесь! Грэви, осторожно! Погоди. Как этот Девон сбежал? Сэр, там что-то происходит. Рейнджеры? Пришел, увидел, а потом разрубил! Рейнджеры? Пришел, увидел, а потом разрубил! Не бойся, все хорошо. Спасибо. Бежим отсюда. А? Почувствуй на себе силу гориллы! Все идет не так. Нужен более грандиозный план. Увидимся! А как же я? Ты останешься с нами! И тебе не понравится! Скрозл, ты должен создать... Тихо! Я все предусмотрел. У новой гамма-модели Гигатрона есть пара хитростей. Пошлите Круза. Он уже в пути, как и скоростной зорт. Я пошел, ребята. Удачи, Девон. Покончим с этим! Я покончу с вами! Он атакует башню. Надо спешить. Подключен.
на позиции. Скоростной зонд, режим боя. Хотите меня подрезать? Оставь башню в покое, развалина. У него щит. Держись, демон! Ты цел? Все нормально. Но из-за гигадрона в системе произошел сбой. Мы не можем ему помешать. Круз, нужно успеть перезапустить системы. Сколько времени это займет? Слишком много. Повреждения серьезные. О, нет. Смэш, Джакс, рейнджеры сражаются, но нужно отправить ваши зорды до того, как гигадрон опустошит башню. Мы будем управлять сами! Сделаем в лучшем виде. Вперед, вперед, вперед! Да, мэм! Как продвигается, Круз? Все еще перезапускается. Но смотри, кто здесь! Не волнуйся, Дэл! Мы тебе поможем. Беглый огонь! Зверолуч! Он отражает наши удары! Нам не пробить его щит! Удар головой! Попал я! О, неужели? Демон, этот зорг больше не выдержит! Почти готово, осталось немного. Разобьем его в дребезги! Нет, стойте! Выстрел Звера Икс! Похоже, я все-таки затупился! И давно пора! Система не в порядке! Почти перезапустились! У меня есть план! Нейт, слышишь? Чем могу помочь? Помнишь, ты говорил мне, что взорванный гигадрон бесполезен, Нейт? Да, а что? Эта штука чуть не вывела из строя системы. Думаю, если вывести из строя его системы, мы одолеем гигадрона без взрыва. Поехали! Перезапуск завершен! Направить всю энергию на меч! Понял! Давай! В яблочко! Резодрон обезврежен без взрыва. Вирус повержен. Отлично! Доставляем гигадроны в ангар специального назначения. Приготовиться к выгрузке. Вот так, вот так. Класс! Гигадрон успешно доставлен. Выдвигаюсь. Феноменально! Он почти не поврежден. О, скорее бы начать копаться в его данных. Что такое? Ты только что всех спас, но выглядишь так, будто твою рыбку смыли в унитаз. Нет, все в порядке, сэр. Можно избавиться от мусора, который мы насобирали. Это не мусор. Смотрите, что мы сделали с рукой гигадрона. Да! Испытаем! Бен, быстрее освободи сестру! Прости! Помогите! Я поймаю, сестренка! Поймаю! Вы целы? Да! Больно! Пап, слышал, ты был рядом с битвой рейнджеров. Хотел убедиться, что ты цел. Я в порядке.
но мне только что звонил Сати. Позвонил, да? Уже уволен. Как ты умудрился? Мне жаль, пап. Не так жаль, как мне. Твой папа? Все по-старому. Ты посмотри. Раньше я выступал против Грит Бастиона, но сейчас я хотел бы отметить героизм могучих рейнджеров. Сегодня я видел их в деле и хочу вам сказать, пусть ваши личности засекречены, но мы очень вами гордимся. Видишь, он тобой гордится. Просто пока об этом не знает. Однажды узнает.